нас проводится 9 числа премия конкурс «Бизнес-успех». Это финал зонального соревнования, финал зонального конкурса, который мы впервые проводим в Вологодской области. Эта премия уже проводится 5-й раз, и мы стали здесь, как бы, нам выпала честь принять такие финал конкурса по северо-западу. Значит, этот конкурс проводится при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Опоры России и Министерства экономического развития. Мы, естественно, Вологодская область и правительство Вологодской области являемся партнерами данной премии. Цель данной премии – это раскрыть предпринимательские проекты, лучшие практики. У нас состоит конкурс из двух номинаций. Это первое – лучшие муниципальные практики, в котором муниципалы показывают свою роль в ведении бизнеса, в привлечении инвестиций. И второе – это лучшие бизнес-проекты. Они у нас по различным номинациям, по 8 номинациям. Мы ожидаем, что наши практики будут являться эталонными и победят на этом конкурсе. Также мы заявили большое количество проектов. Мы заявили 60 проектов, бизнес-проектов различных, и из 90 проектов всего по северо-западу. Поэтому мы тоже планируем, что наши проекты займут достойное место, и жюри отметит их как наиболее, значит, предпочтительными. Эта премия впервые, она, наверное, уже стала уже не премией, это уже стал бизнес-форум, в котором проводится не только сам финал конкурса, а проводятся различные деловые встречи, и это встречи бизнеса и власти, это встречи бизнес-ту-бизнес, B2B так называемые. И что самое интересное, мы впервые вообще во всех премиях подобного уровня мы проводим в неформальной обстановке, обычно это пленарное заседание, скучные залы, мы проводим это в нашем уникальном туристическом центре Стризнева, центр ЕС. Вот. Это как пример, во-первых, что у нас это пример вообще успешного ведения бизнеса для малого и среднего бизнеса в Вологодской области. Пройдет в неформальной обстановке на открытом небе, значит, под открытым небом. Будет организовано, значит, большое количество различных конкурсов, вечерняя программа с нашими вологодскими исполнителями. В общем, будет очень интересно, очень много сюрпризов подготовлено, поэтому всех желающих приглашаю на этот праздник, на этот конкурс.